сколько там, 17-11, 1 марта, первый день весны, пора радовать себя всячески. Ну, какая-то такая сухая мешанина получилась. Мало сгущенки, плюс сейчас масло добавить надо будет. Сливочного, растопленного. А так это уже можно есть как десерт. Ну, лучше, конечно, в формочку это все. Либо в пакет колбаской закрутить, охладить и нарезать потом. Вот такая вкуснотища.